школы Черкесска накануне поступили подарки от главы Карачаева-Черкесии для одаренных детей. Новогодние презенты от Рашида Тимрезова получат 137 одаренных школьников. Отличники учебы, победители, участники всероссийских олимпиад, конкурсов и спортивных состязаний. Развести подарки по учреждениям образования республиканской столицы помогли волонтеры регионального отделения «Единой России». Напомним, что еще в Черкесске в канун Нового года подарки от главы КЧР получат также учащиеся начальных классов, дети из малоимущих семей, воспитывающих трех детей в возрасте от 3 до 6 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья, одаренные дети из малоимущих семей, состоящих на учете в Управлении социальной защиты населения мэрии Черкесска. Всего около 9 тысяч ребят. В этом году за успехи в учебе, спорте, творчестве Рашидом Тимрезовым принято решение поощрить не только учащихся младших классов, а также одаренных детей. 137 ребят города Черкесска. Это отличники учебы, победители, участники всероссийских олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований. Хочется сегодня поздравить всех ребят, всех одаренных ребят. И мы сегодня в условиях нашей сложившейся пандемии не можем здесь сегодня подарить подарки, которые они заслужили. И наши волонтеры сегодня будут развозить эти подарки от главы. И пусть это будет хорошим стимулом для ребят в следующем году.